Всех приветствую на нашем канале Оптонет. Ребята, кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте колокольчики возле кнопочки подписаться, чтобы не пропускать наши новые ролики. А сегодня я хотел вам показать и рассказать о чехлах с логотипом на наушнике AirPods, то есть наушники от компании Apple. Вот они. Сейчас я даже покажу, как они одеваются и как они ложатся. То есть наушнички с логотипом Mercedes, есть наушнички с логотипом Apple, и есть наушнички с логотипом Lexus, также бывают еще с логотипом BMW. Сейчас мы распакуем один из чехлов. Значит, каждый из чехлов, чтобы вы знали, идет с серединки с вот таким вот карабинчиком, то есть его можно прицепить вот сюда к колечку, оно, кстати, есть в каждом из чехлов, и карабинчик прицепить, допустим, к вашему рюкзаку или где-то там на джинсы, чтобы наушники ваши не потерять. Чехол изготовлен из твердого материала, а снизу есть вырез под зарядочку для лайтинга, также логотип Apple заклеен такой пленочкой для того, чтобы он не поцарапался. Вставляются наушнички вот таким вот образом. Смотрите, берем наушники вот так вот аккуратненько. Вставляем, и сверху, собственно, надевается крышечка, дальше открывается, и вот здесь более твердо придавливается. Все, наушнички вот так вот в чехле выглядят, то есть реально хороший чехол. Во-первых, он защищает, реально защищает ваши наушники, то есть везде, спереди, сзади, сверху и снизу. Также он удобный, то есть вот этот карабинчик можно куда-то прицепить. Отлично открывается, то есть сами видим, что при открытии ничего нигде не выпадает. То есть бывают такие чехлы, что крышечка просто отдельно выпадает, и все, здесь все отлично. Швы, вот мы видим, что швы прошиты отлично, также сзади под кнопочку есть логотип включения и выключения данных наушников. Снизу, как я уже сказал, выход, специальный вырез сделан под лайтинг для зарядки вашего устройство. Вот такие чехлы, ребят, кому понравилось, можете перейти на сайт, посмотреть, заказать. Цены хорошие, доставка быстрая и товар весь качественный. Так что, ребят, подписывайтесь, переходите, заказывайте. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале.